Солнечногорская служба эксплуатации основана в сентябре 2007 года. С 1 августа 2008 приступила к управлению жилыми домами. Вступила в период, конечно, непростой. Подготовка к отопительному сезону. И уже он наступил, отопительный сезон. Но, тем не менее, в общем-то, в целом справляемся. В настоящее время в ней трудится 500 человек. Солнечногорская служба эксплуатации обслуживает в общей сложности 258 домов. Это 512 тысяч квадратных метров. Несмотря на доверие большинства населения, руководство организации не обещает кардинальных изменений в сфере ЖКХ своим заказчикам в ближайшее время. Причина – слишком весомый ВОЗ проблем оставлен прежней системой. Несмотря ни на что, считают, здесь курс взят верный. Меняется в первую очередь, конечно же, отношение к жителям. Постольку, поскольку теперь все-таки выстраиваются эти взаимоотношения заказчик-житель, подрядчик, обслуживающая организация. В этом, конечно, есть плюс, в первую очередь, и для жителя, ну и житель чувствует, естественно, это. Связаться с управляющей компанией Солнечногорской службы эксплуатации по личным вопросам можно по телефону 61-04-52. 1 ноября прошел конкурс на управление многоквартирными домами. Компания «Финстрой Эстейт» была признана лучшей и взяла под свою опеку 81 дом, 174 квадратных метра, что составляет 20% от общей площади города. Организация осуществляет все виды работ, кроме тех, которые требуют наличия специальных лицензий. Какие типы работ, естественно, мы нанимаем, как заказчики нанимаем подрядные организации такого плана и следим за качеством выполнения. Штат компании 47 человек. «Финстрой Эстейт» располагает собственной аварийно-диспетчерской службой. На жалобы жителей здесь реагируют круглосуточно. На место ЧП выезжают электрики, сварщики и сантехники. Не идет вода. Я сегодня вызвала и говорю: дочку, думали, сами что-нибудь сделаем, почистим там. Говорю, дырочку можешь прочистить, вода пойдет. Ну вот вызвала. Для нашей организации гораздо выгоднее по деньгам нанять другую аварийную службу, чем держать свою. Но исходя из того, что мы хотим, чтобы качество именно этого в нашем городе все-таки было, по крайней мере в наших домах, удовлетворяющее нас и в первую очередь, конечно, удовлетворяющее жителей, мы пошли на то, чтобы создать свою аварийную службу. Телефон компании «Финстрой Эстейт» 64-48-91. Ее аварийной службы 64-12-53. О компании «Капро» жители военного городка Тимонова впервые услышали 3 года назад. Ранее она работала как подрядная организация по договору с домоуправлением номер 15 и Тимоновской КЭЧ. С 1 июля 2008 года является управляющей компанией. У нас и жилье есть и муниципальное, у нас есть жилье и приватизированное, и есть большой процент тоже жилья ведомственного, которое принадлежит еще Министерству обороны. Ну, мы с ними тоже заключаем договора и тоже эти все дома обслуживаем. Всего 38 домов с численностью населения порядка 7 тысяч человек. Весь жилой фонд, который поступил на баланс компании, говорит директор, оставляет желать лучшего. Как и все военные городки, которые переданы были из Министерства обороны, вот, они запущены. Вот, дома старые, дома здесь постройки начала, вот есть дома 66-го года. Постройкин. Контактные телефоны управляющей компании «Капро» 63-56-57. Ее аварийной службы 63-67-59.